пол Европы, прошагали пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. День Победы, Катюша на безымянной высоте. Эти и другие песни исполнили жители жилого комплекса «Солнечная система» накануне великого праздника, прямо со своих балконов. Во главе действа председатель местного творческого объединения «Луч» и по совместительству врач Андрей Белов. По профессии он психиатр, занимается самыми тяжелыми случаями, но сейчас, как и многие медики, привлечен к борьбе с коронавирусом. В свободное от работы время Андрей Белов поет в своем музыкальном коллективе. В 75-ю годовщину со дня подписания акта о капитуляции Германии решил организовать небольшой флешмоб в жилом комплексе. Нам очень обидно, что в связи с событиями, которые сейчас всех будоражат, мы не можем провести праздник для наших жителей. Мы решили хоть как-то их поддержать в это нелегкое время и поднять настроение, поддержать праздник. День Победы Андрей встречает на дежурстве, продолжая бороться за жизнь своих пациентов. И верит, мы и в этот раз победим. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.